Дедушка Мороз Сашке подарил джип. Вот такой вот. И в джипе там кто у тебя, Саша? Кто там у тебя? Это? Да, кто там? Лошадки. Лошадки. Но у лошадок нету домика. И Саша решил, что сделать для лошадки? Дом! Домик. Саша принес игрушки в рюкзачке. И сейчас мы будем с ним строить домик, да, для лошадки. Давай, Саша, доставай из рюкзачка игрушечки. Доставай строительный материал. И мы будем строить для лошадок домик. У нас теперь есть строительный материал, и мы можем строить лошадки. Домик. Будем строить лошадки что? Домик. Домик. Давай начнем? Да. Так, Санечка, с чего мы начнем? Давай со стеночек. Давай, большие кубики. Давай, большие кубики. Давай, мы начнем. Давай. Соединяем вот эти, да? Вот так. Саша взял отверточку и будет скручивать домик для лошадки. Покажи, сколько ты уже построил домика. Какой уже большой домик? Такой большой. Так, ты уже скручиваешь по чуть-чуть. Вот. Домик готов, Саш? Нет. Лошадка может заходить жить? Нет. Долго. Но... Еще надо строить, долго? Наш домик для лошадки потихонечку строится, да, Саша? Да. Вырастает? Скоро лошадке будет где жить? Да. Да. Домик готов, Саш? Нет. Домик. Так, Саша сделал домик для лошадок. И у лошадок теперь есть что, Саша? Все, давай их селить в домик. Сели их в домик. Так. Сели их. Где их домик? Покажи. Вот. Так, сели их в домик. И последний, за последней лошадкой тоже едь. Она же тоже хочет в домик. Давай на машинке за последней лошадкой. Так, загружай ее. Есть. Так, и машинка куда едет? Дом. В домик лошадкам, да? Да. Так, давай. Теперь лошадки будут жить все вместе, да? Да. У них есть свой домик. Сыночек, что теперь, лошадки довольны? Они рады? Да. И лошадки, и ослик. И ослик, да? Да. Понял. Все, Сашка, поехали дальше строить, да, домики. Поехали.